Такой резлик ласковый, Сирик какой-то не ласковый. Вчера купили ему такие лакомства, Сирик все погрыз, видимо, слишком вкусно. Когда себе купила трубочку, чтобы ногу накидывать, а Игорь с ней спит постоянно. Игорь, ты вообще офигел? Она моя. Завтрак. Оказалось, что круассаны есть и без начинки, так что с сыром, как солененький, вкусно. Колбаска, сырок, яички, мы вдвоем с Игорем кушаем. Не очень себя чувствую. Так что, всем приятного. Ребят, привет. Что-то сегодня прям совсем хреновенько у меня. Температура. Вот, Игорь работает, там сидит на кухне. Вот, за компьютером. Что-то у меня прям хреново. У нас время, не знаю, сколько тут время, 2 часа. Мы давно позавтракали, я разбирала сумки. У нас, короче, сумка потекла, растекся Игорь шампунь, и все просто, все тюбики мои, все, ну все просто, вся сумка. Слава богу, там не было одежды, там чисто химия, выпрямители, расчески, такое все, косметички. Все перемыло, теперь все мама перестирает, заложит попозже стирку, сегодня праздник. Разбрала все вещи, что-то в стирку, что-то на вешалке, все распределила. Бесит эти сумки, переезды, мыканье. Ничего не охота. У нас еще сегодня дядя опять с Москвы приезжает. Вот, опять суета. Я что-то вообще никаких гостей не хочу. Хочу просто одна побыть, вообще никого не хочу видеть. Вот настроение такое. Вот, и вообще что-то все бесит. Погода такая, здоровье, вообще все раздражает, что-то такое раздражение. Не знаю, буду сегодня снимать, не буду, может, не буду. Потом кусок вам ставлю, посмотрим по настроению, пока сейчас вообще не очень. Привет, пришла к котикам, тискаю, что с ними. Иди ко мне, Сирик. Сирик, мой хороший зайчик. Такие котики мои маленькие. Я с утра решила устроить разборку аптечки, которую у нас с собой, ну, всегда у меня в сумке у Игоря в рюкзаке. Плюс Игоря таблетки перебрать, плюс нашу домашнюю. Кстати, я же очень сильно болею, и у меня аж серебро потемнело. Стала темная цепочка. Вы знаете, что когда болеете, серебро темнеет? Не раз это замечали с мамой. Вот, Игорь тоже встал, я тут в комнате все перебираю. Он пошел к котикам сходить. Мы по утрам ходим с ним, но я уже была, поэтому он пошел. И сейчас, наверное, будем завтракать. Горло еще, конечно, побаливает. Хрипы сейчас есть. Вот вчера температура вот целый день. Не хотелось ничего особо снимать, поэтому я что наснимаю, вам, конечно же, вставлю. Уже вставила, вернее, перед этим влогом. Но вчера ни настроения не было, ни сил, ничего. Вот, так что сегодня постараюсь вернуться в какой-то режим. Сегодня поделать много дел нужно. Вот, и надо собраться. Так что всем хорошего дня тоже желаю. Спим с этой трубочкой, мне она очень нравится. Кайфовая такая кисонька. Игорь на нее ногу закидывает и обнимает, и так между нами лежит. Ну, так что надо раскачиваться.
Так, мы обедать. Гороховый суп мама сварила очень вкусный. Будем обедать с Игорем. Ириска тут со мной. Ты что такая сонная? Сонная, да? Маленькая такая. Ой, короче, меня что-то набит. Температура опять. Время у нас. Сколько? 1:30. Я, наверное, полежу. Ой, ребят, опять я сегодня целый день сплю. Это трэш какой-то. Сейчас решили хоть немножко прогуляться. Вот, может, до магазина дойти. Просто хотя бы пройтись, потому что вообще не двигаюсь. Ну, так что, что и, естественно, сегодня я особо тоже не супер снимаю. Ну, как есть. Мы погуляли дома. Не знаю, говорила вам, нет, это дядя приехал. Что вы там смотрите футбол? Футбольчик. Футбольчик. Вот. Что-то у нас с трубочкой. Почему она вся в одеялах? Она спряталась. Ириска. Так как у нас приехал дядя, он постоянно живет у нас в зале. Можно сказать, оккупировал зал. Поэтому мы решили прийти сюда, здесь посмотреть миньонов. Вот, потому что там в спальне слышно слишком все хорошо. Как он смотрит, как мы будем смотреть. Мы решили здесь посидеть. Родители у нас сегодня уехали на день рождения. Вот. К другу, к папиному. А мы сегодня вдвоем решили миньончиков глянуть. Так что отдыхаем. И вообще решили, что переберемся сюда с вещами. Будем тут отдельно жить, потому что там дядя, потом еще брат приедет. Уж такая суета, мне так не нравится, мне работать так некомфортно. Сюда переберемся, здесь будем работать, жить, да? И не тужить. И не тужить. Вот. Уж когда будет холодно или когда будет сильно жарко, уж может туда будем ходить ночевать, а так в принципе будем здесь. Что-то мы так себе, если честно, посмотрели миньонов. Я что-то не очень сосредоточена была. Игорь потом «Хищник» включил фильм. Пришли домой, там побыли. Вот. Сейчас мне надо посудку помыть. Вот. После ужина. Вот. И что? Я все в прыщах. Пипец. Так что буду мыть посуду. Бабушка сейчас болтает. Ну так, на расстоянии, а то я хандрю. Посуды тут немножко, прям я хочу потом пойти искупаться. Маму ищешь? Маму ищешь? Иди сюда. Ириска, иди сюда. Соскучилась по маме? Скоро приедут. Ты чё? Ириска ходит у нас скулит. Родителей ещё пока нет. На день рождения. Ириска, это мой торт. Ириска, иди сюда. Видимо, правда, да, ищет маму? Иди сюда. Ирисочка, погладь ее. Ой, телефон упал. На как? Ты чего? Да блин, телефон без этого, без чехла, скользкий такой. Телефон падает. Малюсечку, ты чего? Почисти. Игорь в наушниках, я в телефоне. Ногти себе сейчас покажу. Ногти так себе обработала. Вообще, я приехала с моря. У меня были ужасные ногти, заусенцы. Видимо, обветрила руки. Сейчас вообще просто фантастика. Долго так сидела, бежала. Так что мы тут чилим. У нас время уже... Ну, сколько? 22:25. Чего она играется? Ириска. Охотится. Иди сюда. Иди сюда, Ириса. Ириса.